Мы в эфире. Мужчина проглотил сверток с наркотиками на таможенном посту в Мангистауской области. Это гражданин Узбекистана. При досмотре его легковой машины правоохранители нашли подозрительный сверток, обмотанный изолентой. Задержанный выхватил из рук незаконный предмет и проглотил его. Мужчину доставили в центральную районную больницу, где провели необходимые обследования. Выяснилось, что в свертке было психотропное вещество. Задержанного отправили в ВВС, прокомментировал официальный представитель агентства по финансовому мониторингу. По результатам судебной экспертизы в свертке оказалось психотропное вещество метамфетамин гидрохлорид в крупном размере общим весом 1,26 грамма. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания, ведется досудебное расследование по факту хранения наркотических средств. Иная информация в порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса в интересах следствия разглашению не подлежит.